Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал, да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Ранами Его исцелился Ты, проклятия Твои Он понес на себе, Он открыл тебе дорогу к вечности. О, гвозди в Его руках дали свободу тебе. Свободу тебе. Как овца ведет убийство, и как огнец он безгласен был. Люди думали, что он был Богом уничижен, но взял на себя наши немощи. Он понес грехи наши на себе. Он страдал, потому что любил людей, был распят на кресте, но на третий день воскрес. Он не умер, он жив, он победил смерть. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Сына Своего отдал, да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Вечную жизнь, вечную жизнь, вечную жизнь. Здравствуйте. Такая была моя вторая песня. Я надеюсь, она вам понравилась. Мне хочется услышать ваше мнение. Оставляйте их снизу. Можно и хорошее, и немножко плохого. Кстати, все звуки в этой песне были произведены только моим голосом. И как всегда, прошу вас подписаться на мой канал, потому что следующая песня уже почти готова. Спасибо, с Богом.